Всех приветствую, на связи Яна Федорова. Сегодня готовлю очень вкусный и простой торт без выпечки «Неженка». 400 грамм шоколадного печенья измельчаю в блендере. Добавляю 200 грамм растопленного сливочного масла. Все хорошо перемешиваю. Укладываю смесь в разъемную форму. Утрамбовываю ложкой. Беру 150 мл воды и добавляю 20 грамм желатина. Оставляю до набухания, затем подогреваю в микроволновке. Для крема понадобится 400 грамм сметаны и 2 баночки вареной сгущенки. Сначала перемешиваю, затем взбиваю недолго миксером. Добавляю уже остывший до теплого состояния желатин. Часть формы, где будет прикасаться крем, смазываю растительным маслом. Выливаю крем. Охлаждаю в холодильнике не менее 4 часов. Осторожно снимаю кольцо. Для украшения буду использовать вот такое печенье с красивым ярким узором. Просто порежу его кусочками и украшу торт. Вот какой у меня получился красивый и нежный тортик. Вот так, дорогие мои зрители. Если вам понравился мой рецептик, ставьте лайк, вам не трудно, а мне приятно.